Привет, друзья! Так как сейчас в фикс-прайсе появились кое-какие недорогие новинки продуктов, и вы меня просили их продегустировать, то давайте вместе посмотрим, что же будет скрываться за дешевой ценой. Попробуем гуляш по-домашнему. Основным компонентом в составе является питьевая вода. Сам гуляш сделан из субпродуктов, а именно свиного сердца. Также сюда еще добавили различные специи. Вес этой баночки 325 грамм. Гуляш по-домашнему, стоимость 55 рублей. Изготовлено в Московской области, город Раменское. Чтобы попробовать этот гуляш, приготовил вилку, но у меня такое ощущение, что здесь в основном одна вода. Даже, в общем, субпродуктов пожалели в этот гуляш. Хоть в составе и было написано, что здесь очень много различных специй, но вкус все равно какой-то пресный. Какого-то особого количества специй я здесь не ощутил. Видимо, это варили все в очень большом количестве воды, и все выварилось, вкус стал какой-то вообще пустой. Думаю, все-таки за 55 рублей лучше поискать что-то другое, потому что этот гуляш мне совершенно не понравился, да и к тому же здесь одна вода. Никогда раньше не покупал колбасу в фикс-прайсе, и вот такой колбасы я тоже нигде в продаже не видел. Это у нас нарезка «Княжеская трапеза». Колбаса сырокопченая. Из чего же сделана эта колбаса, если ее можно хранить без холодильника? Масса упаковки колбасы 70 грамм. Я думал, в этой колбасе будет какое-то мясо механической обвалки, а здесь настоящее филе куриных грудок. Также есть свиной шпик. Ну и в целом состав, надо сказать, примерно такой же, как и у любой другой колбасы. Колбаса княжеская, стоимость 77 рублей. Изготовлена в Московской области, город Подольск. На внешний вид эта сырокопченая колбаса все равно не такая, как какая-нибудь более качественная. Это видно по самой структуре. Да и к тому же здесь очень-очень много сала. Нарезана эта колбаса супер тоненько. По запаху колбаса пахнет нормально, какого-то неприятного запаха нету. Попробовал эту колбасу, и больше всего во вкусе я сразу же ощутил наличие какой-то кислоты. Но по вкусу она не такая уж и плохая, как я думал, она действительно похожа на сырокопченую колбасу. Ну и конечно же очень сильно чувствуется жир в этой колбасе. Вообще говоря, я думал, эта колбаса будет вообще какая-то несъедобная, но тем не менее вот по вкусу она даже так и ничего, только что вот минус, что очень-очень кислая. Золотая жатва. Лапша яичная со вкусом говядины и овощами. Состав у этой лапши вполне стандартный, ничего особенного здесь нету. Производитель ООО «Биофуд», адрес производства Тульская область, город Донской. Сама лапша выглядит вполне обычно. В комплекте шел еще пакетик с суповой основой. Но как мы видим, это обычная суповая основа, написано было, что с овощами. Овощей здесь, конечно, очень-очень мало, это скорее всего, что просто какая-то зелень. Лапша яичная, стоимость 11 рублей. Накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Лапша заварилась, теперь можно все еще перемешать хорошенько и продегустировать. Визуально видно, что лапша очень хорошо разварилась, разбухла и впитала практически всю влагу. Попробовал, и лапша, конечно же, не самая вкусная. В этой лапше присутствует какой-то небольшой затхлый привкус. По 5-бальной шкале я бы оценил эту лапшу на 3 балла. Тунец натуральный, куски. В составе только лишь тунец и соль. Масса 250 грамм, изготовлена в городе Москва. Тунец натуральный, стоимость 55 рублей. Как вы знаете, тунец это не дешевая рыба, но в данном случае такая баночка всего лишь 55 рублей. Это, конечно же, очень странно и нужно смотреть, что внутри. По запаху тунец пахнет вполне нормально. Ну и вот такие кусочки здесь внутри. По всей видимости, это был хвост тунца, потому что кусочки очень маленькие, а тунец это огромная рыба. Ну и также мы еще видим, что здесь приличное количество воды. Вот еще один кусочек тоже небольшого размера. Попробовал небольшое количество этого тунца и очень-очень соленый вкус. Вот эта вот водичка особенно, она вообще супер-мега соленая. Ну а сама рыба неплохая, довольно-таки мягкая. Как-то я брал тунца, его вообще было невозможно жевать, какая-то бумага. А в данном случае вполне нормальная рыба. Если бы не переборщили солью, то я думаю, было бы гораздо вкуснее. А так вот очень соленая, и поэтому просто так вот эту рыбу есть, конечно же, невкусно. По качеству мне кажется, что эта рыба была свежая, я никакого особо такого привкуса здесь не почувствовал. Поэтому если это на самом деле тунец, а не какая-то другая рыба, то думаю, что качество неплохое. Еще бы вот соли было бы, если бы не так много, было бы вообще замечательно. Сухарики со вкусом ветчины с сыром. Состав, как мы видим, очень-очень длинный, и здесь куча всяких ароматизаторов, ну и других искусственных добавок. Масса этой упаковки 50 грамм. Стоимость сухариков 8 рублей 30 копеек. Адрес производства Владимирская область, деревня Погребищи. Вот такое количество сухариков оказалось в упаковке. Попадаются сухарики, которые пережаренные. Сухарики хоть и супер дешевые, но тем не менее вкус у них очень даже ничего. Они не сильно соленые, соль ощущается, но с ней не переборщили. А также вот эти вот ароматизаторы ветчины и сыра тоже ощущаются не супер сильно. И как вот дополнение они придают очень такой интересный вкус этим сухарикам. Минус только, что вот попадаются немножечко подгоревшие, но они полностью не сгорели, поэтому они вполне съедобные тоже.
тефтели мясные в томатном соусе. В составе написано, что тефтели сделаны из говядины и куриного мяса. Также есть и другие компоненты, но все полностью натуральное. Масса этой баночки 300 грамм. Тефтели в томатном соусе, стоимость 55 рублей. Изготовлено во Владимирской области, город Камешково. В составе было написано, что здесь используется еще рисовая крупа. И, как мы видим, риса здесь приличное количество. Попробовал, и оказалось намного лучше, чем я думал. Думал, что вообще будет что-то несъедобное, но на самом деле оказалось даже, что и тефтели и по вкусу ничего такие. И к тому же еще вот здесь вот все одни сплошные тефтели, здесь жидкости практически нету, сверху тефтели, и вот внизу это все тоже одни тефтели, одни сплошные тефтели. Я думаю, что вот с такими тефтелями даже можно сварить супчик. Конечно же чувствуется, что внутри мяса не так уж и много, как вот написано, мне кажется, все-таки здесь риса больше, чем мясо. Но для своей цены качество очень даже хорошее. Это тарали твист со вкусом апельсина. Проще говоря, это бараночные изделия. Самое интересное, что в составе есть жир свиной топленый. То есть они сделаны не на основе маргарина, а на основе свиного жира. Во всем остальном этот состав точно такой же, как и у остальных вот таких вот изделий. Здесь 200 грамм. Стоимость баранок 27 рублей 50 копеек. Изготовлено в Курской области, город Курск. От этих баранок идет аромат апельсина, но он очень-очень слабенький. Посмотрим, что будет внутри. Видно, что эти баранки очень мягкие и воздушные. Попробовал, и вот апельсиновый привкус во вкусе чувствуется гораздо сильнее, чем в запахе. И этот апельсиновый привкус больше похож на апельсиновые корки, а не на сам апельсин. Вкус немножечко сладковатый. Чувствуется небольшая сладость, но со сахаром здесь не переборщили, приторности никакой нету. Мороженое самое то. Со вкусом ванили и, что самое важное, без заменителей молочного жира. То есть это мороженое должно быть натуральным. И на самом деле в составе этого мороженого молоко цельное, сливочное масло и сахар. Стаканчик мороженого стоит 18 рублей 30 копеек. Изготовлено в Чувашской республике, город Чебоксары. Внешне мороженое смотрится очень даже хорошо. Вафельный стаканчик сделан качественно. Мороженое мягкое, ножом режется очень легко. Хотя я вот только-только его достал из морозилки, где минус 20 градусов. Попробовал это мороженое, и, к сожалению, вкус оказался не таким, как я думал. Вот если сравнивать мороженое, которое действительно сделано из настоящих сливок, а вот не из молока и масла, как здесь написано, например, вот взять коровку из кореновки, то мороженое будет гораздо вкуснее, чем вот это. Здесь все равно какой-то вкус не настоящего мороженого, какой-то он вот водянистый вкус такой. В целом, мороженое вкусное, оно сладенькое, не приторное, но не хватает какой-то вот натуральности во вкусе. Попробуем вафельную трубочку с вареной сгущенкой. Состав здесь очень хороший, здесь даже используется не маргарин, а сливочное масло для выпечки вот этой вот вафельной самой трубочки. Причем и масло хорошее, жирность 82,5%. Судя по составу, это вообще прям вот можно сказать, что как домашнего изготовления трубочка. Вафельная трубочка, стоимость 27 рублей 50 копеек. Адрес производства — Владимирская область, поселок Искра. Посмотрим, что будет внутри. Как мы видим по разрезу, вареной сгущенки здесь вполне нормальное количество. Попробовал, и могу сказать, что вот за такой трубочкой я бы еще пошел фикс прайс, потому что качество очень хорошее и состав вообще идеальный. Никак не ожидал, что вот в фикс прайсе за такую цену и может быть вот такое хорошее качество. Эта вафельная трубочка меня очень приятно порадовала. Теперь попробуем необычные чипсы под названием 5G. Необычность этих чипсов в том, что они не картофельные, а сделаны из пшеничной муки. В основном все недорогие чипсы содержат кучу разных добавок, и эти тоже не исключение. Но краситель здесь натуральный, это экстракт паприки. Поэтому все уж не так и страшно, если начинаешь вдумываться, что тут за компоненты с индексом Е находятся. Масса упаковки 45 грамм. Чипсы пшеничные, стоимость 13 рублей 70 копеек. Изготовлены эти чипсы в городе Зеленоград. Форма чипсов тоже очень необычная, какие-то подушечки. Подушечки внутри, они пустые. Попробую на вкус. Сами чипсы очень хрустящие. Но, как мне кажется, вот эта вот форма подушечек, она не очень удобная для употребления. Самая вот, по-моему, удачная форма — это вот либо рифленые, либо просто вот пластинчатые. Но зато в такую подушечку можно что-нибудь набрать, какой-нибудь соус, например. Вот эта вот посыпка, которая сверху, она имеет какой-то вот сладко-соленый вкус. А вот красная икра, она, конечно, ощущается, но очень-очень отдаленно, и чувствуется, что это ароматизатор. Конечно же, никакой натуральной красной икры здесь нету. Картофельные чипсы, конечно же, будут повкуснее. В целом, эти чипсы по вкусу мне понравились, и думаю, что их попробовать стоит. Теперь попробуем очень необычный шоколад под названием «Валютная корзина». В чем его необычность, я чуть попозже покажу. Судя по составу, этот шоколад не настоящий, потому что он сделан с использованием заменителя масла какао. Изготовлено в городе Зеленоград. Прикол в том, что упаковка этого шоколада сделана в виде денег. Здесь рубли, евро и доллары.
Думаю, если кому-нибудь отдать такую шоколадку, это будет намного эффективнее, чем если вот это будет просто шоколадка. Шоколадки в виде денег стоят 55 рублей. Теперь рассмотрим сам шоколад. С виду это самая обычная кондитерская плитка, проще говоря, супер дешевый шоколад. По вкусу самый обыкновенный ненастоящий шоколад с заменителем масла какао. Конечно же, настоящий шоколад, где используется настоящее масло какао, он гораздо вкуснее. Но смысл, конечно же, здесь не в самом вот этом вот шоколаде, а именно в обертке. Это тот самый случай, где большее значение имеет не содержимое, а именно обертка. Аква Минерале, яблоко газированное. Напиток безалкогольный, среднегазированный. В составе, кроме воды и сахара, еще есть концентрированный сок. Причем это сок не только яблока, здесь еще есть сок лимона, а также сок черешни. И еще лайма. Еще в составе есть консерванты, и ароматизатор, и краситель. В общем, состав, конечно же, не 100% натуральный. Напиток Аква Минерале, стоимость 27 рублей 50 копеек. Изготовлено в Московской области. По внешнему виду действительно похоже на яблочный сок, но только что он газированный. Сейчас попробую на вкус. По вкусу очень отдаленно напоминает яблочный сок, и если чувствуется здесь наличие яблочного сока, то этот сок очень-очень водянистый. В большей степени здесь чувствуется какая-то кислинка и наличие воды. В плане газированности я бы не сказал, что он среднегазированный, я бы сказал, что он даже сильно газированный. Но думаю, за такую цену, для такого напитка, то вполне неплохо. Друзья, какую еду мне еще продегустировать? Пишите в комментариях. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!